know, being a choreographer is to fall in love with dancers. If you don't fall in love with dancer, you cannot create anything. So I fell in love with a lot of dancers from the Bolshoi, and for me it was an honor and a pleasure, because I saw just the reality of my work being well done and done with a lot of love, and that's the most important to me. That's why I'm doing that job. История, она была настолько для меня душевная, поэтому я благодарен, что это состоялось. Открытый, эмоциональный, летящий, просто когда тебе хочется жить и говорить все, что ты можешь сказать и что у тебя есть. Мы очень любим Монако, Монте-Карло и всех тех зрителей, которые пришли сегодня и придут завтра на нас смотреть. Гримальди Форум — потрясающе удобная сцена именно для балета. Она по габаритам подходит танцовщикам. Прекрасное оснащение, световое, музыкальное. И здесь танцевать одно удовольствие. Мы благодарны фестивалю, программа «Бодрона» безупречна, и номер за номером, и правда, как волны нахлёстывают на зрителя. Наш репертуар тоже оказался сегодня очень кстати, и мы по-настоящему в этих номерах смогли много рассказать, много отдать эмоций зрителю, и нам было интересно танцевать. Мы почувствовали контакт с залом. Мы очень рады такому приему, что нас очень тепло принимала публика. Мы очень счастливы быть здесь. Мы первый раз приехали в Монако. И мы считаем, что сегодняшний концерт действительно смог заразить зрителей. Мы почувствовали энергию, и было очень хорошо. Получился такой праздник для всех. Actually surprised that I'm here, like surrounded all these like Russian stars, and for me it's actually an honor to be here. Such a pleasure and an honor to be here. I didn't expect it at all, because I just came today and suddenly I just found that I was the only one, like the only guest in the whole program. I was like, okay, this is kind of crazy, but it's amazing. It's such a nice opportunity and a pleasure to be here. Ce soir, c'était une soirée qui sortait de l'ordinaire. Moi, je ne suis pas un grand spécialiste des ballets, de manière générale, mais je dois dire que je me suis régalé. D'abord parce que c'est une sorte de best-of, une soirée best-of. Et puis, on a eu un mélange de ballet moderne, de ballet classique. Et je crois que c'était de très très haut niveau. En tout cas, les danseurs qui étaient présents étaient vraiment de top niveau. Et c'est un des grands événements, effectivement, de l'année de la Russie. Donc, on se félicite. La salle était pleine. Et je crois que tout le monde s'est régalé. Et je crois mieux connaître les ballets, mieux connaître les ballets russes par l'intermédiaire de ce genre de soirée, je crois que c'est certainement une des meilleures choses qui puisse arriver à Monaco. Я хочу от имени организаторов сказать большое спасибо тем, кто сделал сегодняшний праздник. Компании Dance Open, Гримальди Форуму. И большое спасибо всем, кто приехал, кто специально приехал сюда. Мы всех очень рады видеть. Давайте встречаться каждый год здесь, на Лазурном берегу, на празднике Гала Русь.
Уже четвертый год мы организуем выступление звезд русского балета и оперы здесь, в княжестве Монако. Сегодня можно говорить, что наш проект состоялся. Он действительно пользуется популярностью. Действительно, мы уже знаем, что люди ждут следующего представления. Это здорово, когда мы показываем Россию языком танца или языком красивой песни. Компания «Гала Рус» – это монакская компания. Сегодня нам уже начинают поступать предложения по организации подобных концертов в других замечательных местах Европы. Это здорово. Тем более в таком интересном, прекрасном формате.